Так, всем привет, с вами я Павел Первый, и мы продолжаем проходить Мадагаскарчик. Блин, почему не сделали тут быстрого доступа к магазину? По карте все бегать. Рад, что ты заглянул. Так, нахуй мне мини-игры, так. Так, он все, пошли отсюда. Еще накупим себе дополнительных жизней. И здоровье, то есть. Сегодня поспасаем лемуров. Че за чукушники? Похоже на мохнатых тараканов. Какие нафиг мали? Тараканы мохнатые. Белок не видел, что ли? Больше на них похоже. Эй, тут есть кто-нибудь? Нет. Идиот. Думаешь, они мне поверили? Морт, ты никогда не думал, что сказав, что тебя здесь нет, ты показываешь, что ты здесь есть. Идиот. Не понял. Думаешь, они дружелюбные? Не знаю. Я был бы счастлив, если бы они были с нами. Да, я был бы так счастлив. Ага. А если бы я сказал, что знаю, как определить, дружелюбны ли они? Было бы чудесно. Каков твой план? Вот, все. А, что это? Какой маленький, чё-чё-чё-чё-чё. Делать, пожалуйста, мне больно, не надо. О, нет, он мазохист. Не думаю, что он это имел в виду. Привет. При. Как тебя зовут? Мы тут задержимся. Что происходит? Ну, они его еще не съели. Думаю, мы в безопасности. Отлично. Давайте организуем приветственную делегацию и встретим их. Делегация. Вы меня не съедите? А почему тебя нужно съесть? Хороший вопрос, и я на него вам отвечу. Подожди, а почему нужно съесть Морта? Потому что он действует всем на нервы. Потому что он... Нет, не то. Есть другая причина. Потому что мы лемуры, а фусы едят лемуров. Потому что мы фусы, а фусы едят лемура. Фусы! Где? Чё это было? Как бы ты ни было, мы рады приветствовать вас. Великаны, не желающие съесть Морта. Откуда вы родом? Мы из Нью-Йорка. Что это за зоопарк? Зоопарк? Я такого слова не знаю. Из нью-йоркского лексикона. Мы называем наш остров Мадагаскаром. Мадагаскар? Марти, знаешь, что это значит? Мы все-таки выбрались на природу. Твое желание исполнилось, Марти. Эй, ты права. В смысле, да, конечно. Природа. Поверить не могу. Подождите, так вы кто такие? Я Юлиан, король лемура. Король, а где же твоя корона? Приветственная делегация. Так что приветствуем вас, великаны из Нью-Йорка. Извините, пожалуйста. Я заметил, что один из ваших друзей закричал при слове «фуса». Нам тоже стоит кричать, услышав это. Фусы? Фусы – заклятые враги лемура. Главная проблема в том, что они любят нас есть. Звучит тревожно. А как выглядят эти фусы? Они выглядят... О, какие-то собаки, блин. Они голодные. Эй, опять мои друзья убегают. Подождите меня. Не волнуйся, наш новый друг. Мы еще встретимся с ними. А теперь нам нужно найти убежище на время, пока неприятность не миновала. Неприятность? Эти фусы ужасно выглядят. Пинайте урны. Куда вы пошли?
Это за блин было. Давайте так, вроде бы двое ушло, а сейчас их трое, и к тому же одного помощника этого короля нету. Вас на каждом шагу вечеринки, что ли? То ли вы неисправимо глупые, то ли просто глупые. Вечеринки, блин, какие нафиг вечеринки? Марти тут друзей потерял, да еще и... А, вот. Та самая... Ауч. Так. Вытащите меня отсюда. Что за... А видим теперь вот... Вот эту хрень может делать... Марти. Давай поднимайся, черт возьми. Мне нравятся эти лемуры. Хотя было бы лучше, если бы они меня подождали. Ага. Ой, это мерзкие пещерные пауки. Блин, бей ты этот камень. Так, и куда теперь? А, вот эту хрень опустить. Вспомнил я. Эх, поднимайся! Поднимайся! Все усилия впустую. Ну да. Кия! Чё ты покататься решил? Искупаемся? А, убежал. У меня есть другие дела, кроме барахтания в воде. Эти сталагмиты на вид не очень прочные. Ой, ауч, паук. Чё за золотая паутина, блин, пожелтевшая. Иду. Фак! Блин! Ну я ступил! Фак! Давай еще до конца упади! Да. Как я прям сказал. Этот раз главное не свалиться. Монетки притягиваем. Ауч. Не отставай, впереди вечеринка. Блин. Все вечеринки, да, вечеринки у этих, блин, лемуров. Чё, перепрыгнуть не можешь, да? А ты задолбал уже. В тот раз зачем вам одно и то же говорить? Ой, это сверские пещерные пауки. Спорим, я смогу воспользоваться этими шатающимися камнями. А, ну видно, здесь я монеты подобрал. Благодаря магниту. А теперь матываем отсюда. Ветрено, слишком ветрено для таких маленьких существ, как мы. Да, я заметил. Боюсь, некоторые лемуры не смогли спрятаться. Ты сможешь бросить вызов ветрам и спасти их. Я? Там холодно. Да, но ты достаточно велик, чтобы вынести сильные порывы ветра. Если, конечно, спрячешься за этими преградами и подождешь, пока ветер не утихнет.
Ах! Какого, блин? Ты спас меня, мой спаситель. Да, я тебя спас, я тебя яко. Так, желательно все-таки. Если я не подползу под эти маленькие уступы. Помогите, помогите! Спасибо, зебра! Видишь что? Если спрятаться за этими маленькими. А-а-а! Нет! Блин! Пригнуться не успел, а теперь идти до конца. Блин, за все схватились этому. О, я успел! Есть! Очень смешно. Хватайся, лемур. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ауч! Блин. Достаточно далеко. Фу, как я успел. Ай! Блин, как он вообще двигается, этот Марти? Ты скоро вообще тут никого не унесешь. Блин, грёбаный ветер, а? Так, теперь туда. Привет, лемуры! Интересно, а где остальные? Снова расстались. Хорошо бы спросить одного из местных, куда идти. Зачем та группа? Вы говорите по-русски. По-русски. Ой, наверное, нет. Пойду-ка я лучше отсюда и попробую найти остальных. Грустно, а ведь тут так красиво. Будто на курорте. Тупые собачки. Хватит кусаться, твою мать! Они слишком агрессивны. Да, ты не ошибся. Ай, чем дальше, тем лучше. Блин, давай взбирайся. Какие, блин, жесткие собаки, а? Даже рычание на них особо не действует. На,
Сбил нафиг. Нужно рассказать об этом Федерации курортов. Что такое Федерация курортов? Скорее всего, нет. Это же джунгли. Ай, блядь! Какого, блин, упал ты? Да ё-моё, взбирайся ты. Искал бы свою федерацию курортов. По-моему, это тот же гриб. Блин, во. И куда нам теперь? Ауч. Капец. А, вот же это место. А я ищу его столько. Твоих друзей не видели? Наверное, они перебрались на другое место для вечеринки. Для вечеринки. У вас все время вечеринки, что ли? Я не уверен. Прежде чем начать поиски, нам нужно во многом разобраться. Во-первых... Ух ты! Это же прямой и, кажется, безопасный путь! Вперед! Эй, ребята! Думаю, нам нужно быть осторожнее. Тут есть опасное. Не желаю ничего слушать. А теперь в путь. Лучше с ним не спорить. Нет, серьезно. Тут бродят зубастые и когтистые существа. Как вы их зовете? Фусы? Властью короля я объявляю время. Паниковать! Вы слышали короля? Паниковать. Хватит изображать милого льва. Фуса, готовься. Защитите лемуров. Защитите лемуров. Чё за, блин, Establish Completed. Так, лучше... Блин, попасть не можешь, что ли? Если бы не я, от лемуров остались бы только воспоминания. Это явно не то. Ух, ё. Как они быстро бегут. Пошли вон. Держи витамины, Фуса. Кажется, Фусы хотят напасть сверху. Блин, дайте взобраться. Блин, одного забрали. Жаль. Еще одного забрали. А, блин, когда еще одного, двоих одного успели забрать? Вот мы и приперлись. Отлично! Мы пережили еще одно нападение Фус. Все невредимы. У тебя всегда плохое предчувствие.
Должен же быть способ убрать этих мерзких... Сморта нет с нами. Сморт! Сморт! Кто? Да. Смурф? Вернемся в деревню, чтобы это отпраздновать. Отпраздновать. Ууу, вечеринка. Так, ну, собственно, вот и все. В следующей серии повеселимся на вечеринке лемуров. С вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока.